Но есть же коронки некие. Ну а теперь все внимание на Ирину Исаеву. Ну, весьма такое скромное, несложное начало. Это, наверное, тоже правильно, чтобы не очень нервничать, хотя бы войти сальто вперед в группировке. Прыжок, кольцо – это очень трудно, это элемент высшей группы трудности. Их сейчас 7 трудностей у женщин. Ну, она сейчас сделала где-то, если самые трудные ЕГ, то она где-то в районе ДЕ, это вот этот прыжок, по-моему, оценивается. Фляг с поворотом на 360 был. Бланш на одну. Хорошо. За связку еще и добавляется трудность. Да, но связку вот не за такую добавку сделают, когда связаны два элемента в прямом соединении и два очень сложных. А это уже стандартные соединения. Вот этот боковой сальто, конечно, или арабское, но у акробатов называется. А это неприятное сальто, оно действительно повышенной трудности. И вот как хорошо нас поворота на 180 сделала маховый сальто вперед, если я... Или поставила руки, я уже теперь не заметила. В общем, это ведь такой тоже является сложным. Это она все набирает. Дорогие, дорогостоящие, десятые доли балла. А прыжок кольцом хотелось бы... Вот это серия гимнастическая сейчас из двух прыжков, да? Хотелось бы вспомнить. Там сложность прыжка в том, что ты не видишь, куда приземляешься. Конечно. Вы понимаете, откидывается назад голова, чтобы... Сейчас. Стоять. Умница, умница. Ну...